А еще Россия настолько свободная страна, что вы можете спокойно выходить на митинги, рассказывать о своем недовольстве, и вам ничего не сделают. Хорошая шутка, да? Нужно объяснять, почему шутка. Ладно, я поясню. Россияне такие прекрасные люди, что если вдруг силовики упустили ваш митинг, то сограждане обязательно помогут вам оказаться в тюрьме. Бойтесь даже своих друзей. И вот пример. На службе по моей наводке взяли пацанчика с плакатиком. Мне звонили, у него было написано. Мы же типа ходим, фоткаем, вот мы шли. Никитос, надо сфоткать, я сфоткала. Мы потом за ним шли, он типа к нему там начали тетки подходить, орать на него. Мы за ним пошли, проследили, где он, но он больше не вытаскивал, он у входа в метро курил. И там наши ребята позвонили мне, я сказала, где он, они подбежали, и все, и его увели. Да мне его так жалко, он 2004 года рождения.